занимайте ваши места. Мы рады вас видеть. Радуемся вместе с вами, что Господь послал вам чудесного сына, благословенного сына. Как вы его назвали? Джосайя. Джосайя. А вы знаете, в Библии, где описывается Джосайя, кто он такой был? Нет? Ну хорошо, я вам тогда чуть-чуть расскажу. По-русски, или так, как мы привыкли его слышать, Джосайя, это Иосия. Наверняка вы помните, кто такой был Иосия. Это был царь иудейский. Кстати, это был царь иудейский. Царь, который воцарился, когда ему было 8 лет. Имя Иосайя означает «Бог подкрепляет». Это еврейское имя, и оно, обычно евреи, когда давали имя, они всегда обращали внимание на то, что оно означает. «Бог подкрепляет». Это очень хорошее имя. И более того, царь Иосайя, написано, что когда он царствовал и когда он жил, написано о нем, что это царь боялся Господа. Царь, который служил так, как отец его Давид. Очень часто в Писании о царях сказано так, что когда они царствовали, сказано, что не так шел за Господом, как отец его Давид. Не так поступал, как Давид поступал. Не шел по путям Давида. Очень парадоксально. Обычно мы говорим так, что человек посеет, то и пожнет. Вы уж простите, что я так стою, потому что я все-таки обращаюсь к маме с папой, с их сыночком. Вот. Но очень парадоксально. Мы знаем о том, что как бы закон сеяния и жатвы звучит так, что посеет человек, то и пожнет. Но вот в отношении Иосии чуть-чуть другая ситуация. Дело в том, что дедушка Иосии, Манассия, был нечестивым царем, проливал очень много крови, поклонялся иным богам, возделывал рощи для поклонения другим богам. Когда Манассия закончил путь своей жизни, написано, он был человеком нечестивым. И потом восстает на царство его сын Амнон. И о нем написано, что он нечестивый царь, и о нем написано, что он занимался идолопоклонством и вел Иудею в грех. И вот, казалось бы, становится на царство Иосия, сын Амнона, который точно так же должен был поступать, но нет. Ему 8 лет, и написано, что он царствовал 31 с чем-то лет, или 31, или 36, и написано, что он ходил путями отца своего Давида. Он любил Господа. Это при нем священники в храме нашли запыленную, забытую книгу закона Моисеева. Это при нем через определенное время, через определенное долгое время, когда люди не праздновали Пасху, не праздновали праздники, забыли закон Божий, при нем Иосия опять поднимает вот это празднование праздника Пасхи и возвращает народ иудейский от непоклонения идолам к поклонению живому Богу. Знаете, Господь даровал вам ребеночка. Это первый ваш ребенок. Я надеюсь, не последний, Господь вас благословит. Но что очень важно нам, родителям, не только вам, но и всем нам, что очень важно и что очень тяжело вообще людей научить послушанию. Вы можете каждый себя проанализировать и вспомнить, сильно ли вы послушны. Но то, что вы послушны родителям, это одно, но научить послушанию Господу, это намного сложнее. Мне вспоминается один пример. Одна мамочка, находясь в Доме Божьем, идет служение, все спели общее пение, сели, а вот сынок ее стоит. Ну, как-то некрасиво все стоят, а все сидят, а сынок стоит. И вот мамочка его, сядь, пожалуйста, ну, как-то упрашивает так вот. И не садится сынок, вот уперто стоит и все. Ну, она взяла его, дернула, посадила. Сынок сел, поворачивается к маме, говорит, ты думаешь, я сижу? Внутри я все равно стою. Это действительно так. Заставить человека быть послушным легко. Применить, знаете, как сказать сегодня слово такое самое всемирное, применить санкции против ребенка,
там урезать, тут не дать, тут наказать. И заставить ребенка быть послушным. Конечно, можно. Конечно, можно. И внешне будет видно, что он послушный. А внутри? А внутри он будет стоять. Внутри он будет непослушный. Поэтому важно, чтобы вы могли научить вашего ребенка быть послушным не только снаружи, но и внутри. Чтобы любил он Господа не из-за страха того, что в ад попадет. Чтобы он любил Господа не из-за страха того, что что-то с ним случится в жизни. Чтобы он любил Господа не из выгоды, что если он будет любить Господа, то он получит вот это и это благословение. Но чтобы он любил Господа и был ему послушным от кризиса, от искреннего преданного сердца ему. Поэтому благослови вас Господь. Еще раз хочу подметить перед вами чистый лист бумаги. Чистый лист бумаги. И все, что вы начнете писать, оно отразится в его жизни. Поэтому пишите молитвой. Пишите вашей любовью к Господу. И он, когда вырастет, не отойдет от этого пути. И будет принадлежать Господу. И искренне будет любить его. Поэтому вы покажите ему добрый пример следования за Господом. Я попрошу, чтобы мы встали. Мы сейчас помолимся. Я хочу, чтобы помолилась мама сначала, потом папа, и затем помолюсь я. God, thank you so much for hearing our prayers for this long time, God, that you sent us our son. I pray that he will be a God-fearing, selfless, kind young man, that he will always want to follow you and serve you, God, that he'll want to preach the gospel. Thank you so much for keeping him healthy, that he is here with us today, God. Thank you so much for seeing me through the pregnancy and keeping us safe together, God. I pray that you keep us safe for as long as he lives, God, that he'll be healthy. Thank you so much, Jesus, for everything. In your name we pray. Amen. God, we're thankful for our son, Josiah. We're asking for wisdom that we raise him rightfully, that he will be a great example to everyone that's surrounded by him, that he can always be a kind and courageous man. I ask that you give me patience in times that I won't be able to have it. Amen. Дорогой Господь, мы от всей души вместе с родителями рады, Господь, что Ты позволил этому человеку прийти в этот мир. Его назвали Иосия, Господи. Бог подкрепляет. Мы, Господи, просим Тебя, чтобы Ты подкреплял его в жизни, когда он будет идти за Тобою. Когда он достигнет совершеннолетия, Господи, чтобы он избрал путь следования за Тобою, и сердце его было вполне предано Тебе, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открыл окна небесные и благословил его всем необходимым, чтобы и физически он был здоров, умственно, чтобы был здоров, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы сердце и его внутренний человек принадлежал Тебе, чтобы, избирая между злом и добром, он всегда мог избирать добро. Я прошу Тебя, благослови, чтобы он был благословением для родителей, чтобы он был радостью для них, радостью для церкви, чтобы он, Господь, был радостью для Тебя. Прошу Тебя, укрепи маму физически, духовно, папу благослови, Иисус, чтобы они вместе, начиная писать на страницах его жизни, могли написать это Евангелие, которое будет помогать ему в жизни идти за Тобою. Благослови их, просим все это во имя Иисуса Христа. Верим, Господь, что все, что мы не сказали, Ты знаешь, и Ты наперед уже его благословил Твоими обильными благословениями. Мы просим Тебя, чтобы Ты хранил в руке своей эту семью, и чтобы, Господь, эта семья действительно любила Тебя всем сердцем, всей душой, всем намерением своими. Все это просим во имя Иисуса Христа для Твоей славы, наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови вас Господь, присаживайтесь, и мы хотим от церкви поздравить вас. Вот это его первая книга, первая Библия, поэтому читайте, и пусть
слова на странице Священного Писания останутся у него в сердце. Благослови вас Господь.